был прильот, два прильота, по всей видимости С-300, это уже третий, четвертый прильот до нас. Зруйнований забор в двух местах, перебита газовая магистраль, что питає наше предприятие и село. Зараз отключены три улицы у нас от газопостачания. Газ обещают повернуть, постачание газу до вечера людям. И сейчас пошли хлопцы опрашивать людей, чтобы закрыли краны, ну, на котли, на всю, чтобы не было взрыва, чтобы не взорвалися дальше.